Всем привет! Сегодня расскажу вам о таком проекте, как Securex.io. Следующее поколение майнинга. Token Driven Mining Company. Наслаждайтесь ежемесячным пассивным доходом без колебаний крипторынка. EIN to EIN. Устойчивое электричество. Программа выкупа и записи токена. Нет контракта на добычу срока годности. Выручка от валового дохода. Физическая добыча полезных ископаемых, отсутствие облачной добычи. Наша стоимость токена подкрепляется материальными активами. Распродажа токенов начнется через 23 дня. На сайте также представлена белая книга, с ней вы можете подробно ознакомиться по ссылке в описании. Нидерланды, Голландия хорошо известны своими консенсус-моделями в политике и экономике. Наш выбор для размещения в шахте основан на четырех соображениях. Стратегическое размещение, безопасность и масштабируемость. Децентрализованная энергетическая покупка. Платформа EANION – это децентрализованная платформа с меньшим количеством вовлеченных сторон. Мы покупаем непосредственно у зеленого генератора без посредников. Наша энергия поставляется практически через электрическую сеть от источника питания поставщика, называемого EAN, к нашим номерам EAN, безопасной для нашего места рождения. Мы стремимся к ответственности, устойчивости и прибыли. Ежемесячная инвестиционная стратегия. Наша ежемесячная стратегия реинвестирования приведет к увеличению стоимости и объема выпуска на токен. А. Выкупать токены SRXIO с рынка и сжигать их. Б. Приобретать новое оборудование и улучшать наш объект и инфраструктуру. Представлено видео о проекте. Значение токена и теплообменники. Securex показывает три разных сценария и результаты в течение 12 месяцев. Токенная стоимость. Наша токенная стоимость покрыта нашими тысячами горных машин, работающих на нашем объекте. Каждый проданный токен стоит $1 США. До 0,80 доллара США используется для закупки оборудования для горнодобывающей техники и электротехники. Это означает, что наш токен поддерживается приобретенными активами в нашем горнодобывающем предприятии и имеет реальную рыночную стоимость в 0,85 доллара США. Стабильная токенная цена. Наша маржинальная прибыль от инвестиций рассчитывается по средней цене биткоина в течение года и меньше влияет на изменчивые колебания криптового рынка. Оценки в рейтингах представлены. 8,5 из 10 у BitMinex, 8,5 из 10 у Fond ICO, у Track ICO 8,5 из 10, 45% ежемесячная валовая выручка от токена XRXIO, места майнинга Европа, Голландия, Нидерланды, программа выкупа и записи токена, реинвестирование в модернизацию оборудования и инфраструктуры. Реалистичные прогнозы и доходность инвестиций. Как это работает? Регистр. Перейти к регистрации на Securex.io и подписаться на участие в краудсейл. Кошелек ERC-20. У вас должен быть совместимый кошелек, совместимый с ERC-20 для участия в краудсейл. Третий перевод. Перенесите количество криптовалюты в соответствии с инструкциями, которые вы хотите потратить на токенах XRXIO. Получите XRXIO. После получения подтверждения от Securex, что ваши средства были очищены, вы увидите токены XRXIO в кошельке, который вам предоставили. Распределение токенов и средств показано в процентном соотношении. Проблема. Не следовать дорожной карте. Нет четкого будущего видения, скрытая структура затрат, отсутствие связи после ICO. Решение. Большинство ICO не имеют реального продукта во время краудсейл.
Они могут изменить свое видение и стратегии. Securex имеет реальный продукт, и нам нужно поддерживать наше оборудование для наших держателей токенов, чтобы максимизировать производительность. Итак, следующая дорожная карта имеет решающее значение для Securex, так как интерес учредителей такой же, как и все остальные. Они также являются держателями токенов и пользуются очень успешной добычей полезных ископаемых. У криптомайнинга есть будущее. В качестве Securex мы зависим от горнодобывающего рынка. Securex имеет четкое видение, чтобы максимизировать объем выпуска за счет реинвестирования и программы скупки-выкупа, что обеспечивает максимальную отдачу от инвестиций для владельцев токенов. До сих пор наши конкуренты используют чистую прибыль на основе нетто. В качестве держателя токена вы оплачиваете расходы. Неясно, каковы эти затраты, поскольку они не раскрываются. Наш подход уникален. У нас валовый доход, никакие скрытые затраты, все риски и издержки являются предпринимательскими рисками Securex. После краудсейл Securex мы постоянно обновляем наших подписчиков с новостными бюллетенями. Дорожная карта представлена. Команда, мы видим, ссылками на линки Димы. Можно узнать о них больше. Также советники. В прессе о них пишут. Новости, связанные с ними. Часто задаваемые вопросы и подробные ответы на них. Их сообщество есть во многих социальных сетях. Посмотрим их аккаунт в Фейсбуке. Здесь у них более 400 подписчиков. Актуальные публикации. Они часто обновляют свою новостную ленту. Также посмотрим их профиль в Твиттере. Здесь у них более 500 читателей. Также актуальные публикации. Видно, что они следят за своими социальными сетями, и им важно, что о них говорят люди. В целом, этот проект я считаю перспективный, интересный. Советую вам обратить на него внимание. Все ссылки оставлю в описании. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока. Yeah.